короче, не получали по 15. У нас? Дымка очень мощная. Вот такое солнце последние дни.
Александра Ефимовна, лучший художник Зауралья. Я вчера видел картинку, позавчера, в музее декабристов Травников. Ну, я скажу, ничего особенного. У него портреты, там у него как бы групповой портрет декабристов. А теперь меня домой, ладно? Дальше. Ты по девочке-то поснимал? Приехали в Каргополе из Тагильского сельсовета и около 30 лет проработали в КСМ. Вон мой сынок ходит, нас снимает на видео. Все покажем в одноклассниках. Давай, нас туда. Начальник по социальным вопросам. Вот, он будет собирать команду из телевизионщиков, фотографов, чтобы сделать какую-то презентацию.
Вот, так вы, пожалуйста, будьте в курсе. Ну, хорошо. Вот, чтобы у нас этот документ получился. Ну, как вам праздник? Хороший праздник, хороший. И погода хорошая. Ты же раньше не посещала такие праздники или была? Ни разу не была. Не приходила. И я поездил по многим районным центрам Курганской области. Лучше Каргополья нету. Люди желают строиться, люди желают делать красивыми свои дома. Люди желают много торговать, очень много магазинов, больших и маленьких. Много красивых лиц. Мне довелось бывать в средней школе несколько раз. Вот по осени я приезжаю обычно. И дети просто прекрасные. Вот смотришь, как будто это другая жизнь, другая страна. Особенно приехав из Европы. Мы уже живем долгое время в Германии. Вот, вы же знаете. Ну и даже Курган. Приедешь в Курган, настолько люди какие-то разные, много угрюмых. А каргопольские все белые, красивые, улыбчивые. Даже глаза шире у каргопольских людей, мне так кажется. Вот. А Каргополе я помню еще без церквушки, еще 70-х годов, когда асфальтированных улиц было всего две. Ленина и Калинина. Еще Калинина была не асфальтирована, а сейчас огромные деревья выросли. Все нормально. Хотелось бы, чтобы было еще лучше, чтобы были пандусы, чтобы были для пожилых людей везде поручни, чтобы людям было удобнее подниматься на крылечки. Прекрасный музей. Нас принимают в музее постоянно с мамой. Мы туда привезли некоторые очень интересные вещи из Германии. И сейчас в музее прекрасные выставки и репродукции Рериха, и картин Юрия Потеряева. Я не удержался и купил одну на этой неделе. Вот. Я надеюсь, его здесь встретим сегодня. Каргопольцев поздравим. Уроженец рабочего поселка Каргополье, ныне проживающий в Германии, Геннадий Колмогоров. Дорогие каргопольцы, дорогие земляки, я поздравляю вас с праздником. Простите, что так сложилась жизнь, и много наших разъехалось, разлетелось. Но те, кто остались, настоящие патриоты, и вы умножаете красоту Каргополья. Гости праздника отмечают высокие уровни. Те, кто остались, настоящие патриоты, и вы умножаете красоту Каргополья. Спасибо. Это как турнир или тренировочный бой? Да так это. Тренировочный бой. Так, сейчас горько. Диме до турнира далеко. Правильно, топать, верно. Проходи между, Леша. Все, давай, руки. Смотри, допер. Изящная керамика. Где такую пекут?
Шадринская. Я думал, каргопольская. Ну, шадринская это тоже хорошо. Особая глина легкая какая-то, я смотрю. Подругу убери, я сниму табличку. А что стоит? 300 рублей. Красивая. Разные обычные формы. Где зеркало? Вот это называется шашлык 100 грамм. Я надеялся на такой чай. Thank you.
польский салон.